Сейчас мы сделаем спинномозговое дыхание. Вдыхаем и раскрываем грудную клетку и на выдохе прогибаем спину. Таким образом мы расслабляем позвоночник. Делаем вдох, выдох и на выдохе округляем спину. Подбородок к груди. Двигаемся всем телом, синхронизируем все суставы позвоночника. Таким образом мы расслабляем позвоночник, энергия идет по позвоночнику. Делаем вдох, выдох, дыхание с движениями. Это упражнение успокоит, гармонизирует, подарит крепкое здоровье. Только делайте это упражнение, делайте, и у вас все обязательно получится, уже получается.